Сегодня мы будем с вами рисовать нейрографический рисунок. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Карточку принесли? Давайте. Отлично. Сейчас я ее открою. Посмотрю. Так, вы у меня... запись нужно проверить. Сейчас, секунду. Ну что, рассказывайте. Какие у вас жалобы? Вы просто на осмотр пришли, да? Как на профилактический, да? Хорошо. Это обычно ко мне жалобы не приходят. Там, знаете, боль в спине. Такой вот. Хорошо. Вы меня на осмотр просто. В таком случае я сейчас вам выпишу всякие анализы разные. Да? Нужно будет их сдать. Такой анализ, такой сдать. Тоже. Здесь все время я вам укажу, к какому подходить, куда. Хорошо? Результаты вы получите на почту. И там посмотрите, если будут какие-то отклонения, то нужно будет прийти на повторный осмотр. Если в целом все в порядке, то приходить не нужно будет по анализам на консультацию. Хорошо? Ну, если там незначительные чуть-чуть будут, в принципе, тоже. Ну, там посмотрите по таблице, да? Так, держите, пожалуйста. Так, с анализами мы разобрались. Ну, давайте я вас тогда послушаю сначала, да? Послушаю. Поднимайте кофточку. И давайте мы с вами глубоко подышим. Глубоко подышим и выдохнем. Так медитативно. Хорошо. Знаете, как со стрессовой ситуацией быстро можно справиться, да? С помощью дыхания. Несколько раз глубоко подышать. Сзади тоже. Хорошо. Все у нас отлично. Давайте ручку. Так. Подкрутите. Давление в норме. Сейчас напишем, что у нас давление в норме. Как со зрением у вас? Сейчас я посмотрю. Кстати, она у меня заболевает. Ну, сейчас проверим, хорошо?
Такой я беру табличку. Да? Нужно глазик один прикрыть. Я вам буду показывать буковки, вы мне их называете. Потом другой глазик посмотрим. Ну, все стандартно, да? Видно хорошо. Прикрывайте. Какая вот эта буковка? Давайте вот эта вот какая. Так, вот эта вот. Вот это вот назовите. Вот это. А вот эту, как видите? Ну хорошо. Давайте другой глазик. Вот эта буковка. Вот это. Вот это. Ну, вот это. Здесь. Так, все ясно. Сейчас я запишу результаты этого теста. Мы с вами перейдем к другому. Карточку с цветами, и нужно будет просто перечислить цвета. Хорошо? Так, какой вот этот цвет? Вот это. Вот это. Этот. 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 Отлично. Тоже поочередно глазки будем закрывать, да? Закройте глазик, давайте. А какая циферка? Какую циферку вы можете здесь разглядеть? Вот здесь какую-то можете разглядеть? Мне назвать. Вот здесь, в этом кружочке. Вот этот вот. Вот здесь. Давайте другой глазик проверим, да? Так, ну давайте вот это. Видно? Вот это. Вот это. Здесь какую циферку видите? Ну, это, наверное, видно хорошо. Контрастно она изображена. Хорошо. Запишу результаты теста. Дальше давайте запахи посмотрим, да? Запахи как различаете же? Наверное. Одну ноздрю, потом другую. Здесь у меня масло. Просто говорите, какой аромат чувствуете. Наверное, мы не с этого начнем. С этого аромата. Одну ноздрю. Какой аромат? Также одинаково. Хорошо. Да, приятный очень аромат. Так, давайте другую возьмем. Вот этот. Сначала одну ноздрю. Потом другую. Одинаково. Да, все верно. Ну, знакомый же.
вторую ноздрю. Сейчас я скажу, как он называется. Да, не, ну, аромат церкви, да. Так, и давайте вот это смесь ароматов. Но здесь есть преобладающие ноты. Вот какие ноты здесь преобладают. Да, совершенно верно. Так. Сейчас я запишу результаты теста на запахи. И дальше мы проверим с вами слух. Слышите, как вообще? Нормально? Значит, сейчас я отойду так подальше. Буду называть цифры. И вы просто повторяете, да, я же говорите, вы просто повторяете со мной то, что слышите, какую цифру, хорошо? Ну, давайте. 38. 81. 25. 17. 11. Хорошо. На другое ушко давайте. Я отойду тоже так. 2-й глазик проверим точно так же. Еще в глазки так посвечу. Немножечко. Да. Хорошо. Смотрите мне сюда и говорите, сколько пальчиков я показываю. Хорошо сейчас? Я посмотрю вам горлышко. Откройте, пожалуйста, рот и скажите «А». Сейчас
я проверю рвотный рефлекс. Все. Следующий тест у нас будет с зубочисткой. Сейчас я возьму зубочистку и отломлю кусочек. Так. Одна сторона будет острая, а другая тупая. Вот это вот острое, а вот это тупое. Чувствуется? Угу. Сейчас я буду так вас тыкать. Острой и тупой стороной. И вы мне говорите, как это чувствуется остро, тупо и одинаково. Одинаково, да? Давайте щечки. Остро. Одинаково. Можно подбородочек еще. Чувствуется остренько. Хорошо. Теперь давайте другая сторона. Одинаково, да? Хорошо. И подбородочек тоже. Здесь острая, да. Ну, хорошо. Так. Теперь проверим, холодное, горячее. Я буду прикасаться молоточком к щечке. И вы мне скажете, как это ощущается. Теплое, холодное, горячее. Угу, хорошо. А вот здесь одинаково, да? Угу. Теперь другая. Посмотрим, нахмурите лоб. Угу. Покажите зубки. Все это проверю. Угу. Хорошо. Отлично. Так. Это мы тоже проверим. Вот, горячее. Этот тест у нас тоже. В общем-то и все. Все тесты мы с вами сделали, которые я могу предложить в данный момент в таком режиме. Все. Анализы я вам выписала все. Что делать дальше, знаете, да? На этом тогда я вас отпускаю. Если что, если будет болеть спина, обязательно приходите. Хорошо? Всего вам хорошего. Карточку не забывайте.